Всем привет, ребят, с вами Блейзер, и сегодня начинаю новую рубрику на своем канале. Называется она «Все о Майнкрафте», и в этой рубрике я каждую серию буду рассказывать про что-то одно. То есть в одной серии я расскажу все о броне, в следующей все о оружии и так далее. Это будет полезно как и новичкам в этой игре, так и тем, кто уже играет давно. Надеюсь, новая рубрика понравится вам, ну а сейчас мы не будем терять времени и перейдем к первой части. Первым делом стоит рассказать о создании нового мира и некоторых его настройках. Так как это самый первый этап игры, для начала нам нужно нажать кнопку «Одиночная игра», затем «Создать новый мир», и мы переходим в меню создания нашего мира. Здесь вы можете дать любое имя своей карте. Следующим шагом вы должны выбрать режим игрового процесса. Для актуальной на данный момент версии 1.7.5 есть три режима – выживание, хардкор и творческий. Режим выживания – это стандартный режим, где вы должны выживать, добывать блоки, еду и так далее. Второй режим – это хардкор. То же самое, только все будет намного сложнее. Мобы сильнее, регенерация ХП медленнее и голод будет тратиться быстрее. И третий режим – это режим креатива, или, как его называют, режим бога. В этом режиме вы бессмертны, у вас есть все блоки игры в бесконечном количестве, и вы можете летать. В каком режиме вы хотите играть, решайте сами. Далее вы можете перейти в дополнительные настройки мира. Там вам предлагают ввести ключ генерации мира, или по-другому сид. Их вы можете не вводить, так как это не обязательно. Но вы можете посмотреть этот сид в интернете и сгенерировать точно такой же мир, как и у того, кто этот сид нашел. Далее идут еще 4 настройки. Генерировать строение. Это вы выбираете, будут ли в вашем мире генерироваться деревни, подземелья и так далее. Бонусный сундук. Будет ли у вас с самого начала сундук с полезными вещами? Читы. Включить или выключить вспомогательные команды. О них мы поговорим в одном из следующих выпусков. И последний пункт – тип мира. Первый тип мира – это по умолчанию стандартный мир Майнкрафта. Второй – суперплоский. Плоский мир, в котором вы можете выбрать определенные блоки в настройках. Третий – это большие биомы. Точно такой же, как и обычный мир, только биомы больше. Расширенный. Мир для развлечения, так как возникает много лагов. Теперь нажимаем кнопочку «Создать новый мир» и вуаля, наш мир начинает генерироваться. У меня это занимает довольно долгое время, так как сейчас работает несколько программ. Вы создали свой мир. О том, как и что делать тут, вы узнаете из следующих видео. Ну а сегодня у меня все, дорогие друзья, спасибо за просмотр. С вами был Блейзер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я надеюсь, вам понравилась новая рубрика. И до скорых встреч, ребят, пока-пока!